Вице-мэр Бишкека по социальной политике Виктория Мозгачева проинспектировала готовность дневных стационаров в столице, сообщают в муниципалитете. Она посетила дневные стационары на базе ФОК «Газпром», детского сада номер 8, школы номер 81. Так, в дневном стационаре на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром» в жилмассиве Арча-Бишик подготовлено 64 койко-места и 13 кислородных концентраторов. В стационаре на базе школы 81 подготовлено 40 койко-мест и 8 кислородных концентраторов. В свою очередь, дневной стационар, который был расположен в школе 68, перенесен в детсад номер 8. Лечебница рассчитана на 30 койко-мест, в ней 5 кислородных концентраторов, указали в столичной мэрии. Отмечается, что во всех стационарах заготовлены запасы медикаментов СИЗов. Команды медиков подготовлены по алгоритму Минздрава диагностики, оценки и лечения COVID-19 и пневмонии, добавили в муниципалитете.